и пожелаем успешного старта. И я приглашаю вас посетить кабинет Юрия Гагарина, который по традиции посещается экипажами, основным и дублирующим экипажем, семьями накануне убытия на Байконур. Экипажи Союза 6-го, Союза 7-го и Союза 8-го пришли в этот кабинет и начали книгу записи предстартовых экипажей. У нас уже второй том этой книги. Это самая раритетная вещь, которая хранится в нашем музее. Для потомков мы сохраним эти прекрасные, короткие, лаконичные записи людей, которые овладевают ими здесь, вот именно накануне перед стартом. Поэтому я предлагаю экипажу по очереди, основному и дублирующему, пожалуйста, занять место. И вспомните, пожалуйста, тот самый прекрасный весенний апрельский день, 12 апреля 1961 года. Просто расписываемся. Что писать? Можно писать попозже. Попозже раз как будет. Олегу Артемьеву полет на Марс уже пригодится в полной мере, чтобы совершить успешно полет опыт вокруг Земли. Опыт, да, без сомнения. До дня рождения осталось все равно 2 месяца. Сильно что стоит. Мы оставили пожелания свои. Это действительно очень хорошая традиция. И хотелось бы вот всем людям, которые сюда приходят, пожелать удачного старта и хорошей посадки. Спасибо. Теперь дублирующий экипаж. Через полгода расслабиться. О, смотрите, как действительно. О, как красиво. Пожалуйста, приглашаю вас на традиционное фотографирование. Так, командуем. Все, пожалуйста, внимание. И еще раз. Спасибо большое. На секунду.